друзья, знакомьтесь, это Оксана. Возможно, многие знают, потому что самый первый кавер для Ютуба мы снимали вместе еще. Да. И сейчас прослушали новый кавер на песню Айовы «Заболел тобой» спустя полтора года, потому что я год был в армии, а последний кавер мы записывали летом 2018 года на песню Элвина Грея. Так что, если понравился кавер, обязательно ставьте лайк. С недавнего времени у меня тоже есть своя страничка, так что обязательно ссылка будет в описании. Заходите, комментируйте и, в общем, ждем встречи. Ждем встречи, совместного видео. Если набираем 10 тысяч лайков, выйдет еще одно новое видео, которое мы еще не сняли, но для вас подготовим, и будет оно мощное. И удачи, пока. Ждем встречи, пока. Друзья, я покажу вам сейчас аккорды, чтобы не делать отдельный разбор этой песни. Тональность песни ми минор, аккорд ЕМ, второй аккорд БМ, третий аккорд С и четвертый аккорд АМ. Эти аккорды играю при помощи барре вот здесь на седьмом ладу. Первый аккорд ЕМ, БМ, С рядом и АМ. Начинаю играть таким вот боем. На двух аккордах. Берем аккорд ЕМ, дергаем бас, большим пальцем также проезжаемся вниз, чтобы арпеджированно звучали каждые из струн. Удар вверх ногтем большого пальца и сразу прикрываем звучание аккорда. Удар вверх на блокированных струнах и на звучащих один. В целом, вот все, что надо сыграть, это вот. То есть бас, вниз, вверх, вниз. Между ними еще можно блокированных проходящие удары сделать. Еще раз. Бас, вниз, вверх, вниз. Аккорд БМ, бас, шестая струна, вниз, вверх, вниз. Аккорд С, бас, вниз, вверх, вниз. Аккорд АМ, бас, вниз, вверх, вниз. За первым разом, когда первые четверостишие мы заканчиваем, остановку делаем на аккорде АМ. Пауза, и потом седьмой, восьмой лад, седьмой, и снова повторяем то же самое. Куплет продолжается. И пошел припев. Бой очень простой, шестерка, аккорд ЕМ, вниз, вниз, вверх. Аккорд БМ, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Аккорд С, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Аккорд АМ, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Потом переходим на простые аккорды, допустим. Второй куплет играется на тех же аккордах, просто при помощи приема palm mute. Чуть-чуть заглушить струны надо. Дергаем бас отчетливо, громко, а потом ногтем указательного проезжаемся вниз по струнам, но при этом ладонь правой руки лежит на струнах, то есть вверх тоже на открытых. Итого. Удар последний вниз можно взять замахом, чтобы прозвучал громко. И все дальше повторяется припев на тех же аккордах и тем же боем. Все. Работа над моим новым видеокурсом «Король аккомпанемента» подходит к концу. Напоминаю, что пройдя его, вы сможете научиться играть 20 крутых боев на гитаре, 10 видов перебора, самостоятельно сочинять перебор на любую из песен и, что самое главное, подбирать бой под любую из песен. Под быстрые песни, медленные, будете знать, какие переборы использовать в той или иной ситуации. Комбинировать и сочинять. Курс выйдет где-то 22 ноября, но предзаказ этого курса уже действует по ссылочке внизу, по сниженной цене. Успей урвать и быть круче всех. Всем пока!